Всем привет, с вами Любомир, и у меня очередная распаковка. Итак, в этом выпуске у меня замечательный игровой коврик для мышки AFOTH X7 Mousepad. Поставляется он вот в такой замечательной картонной коробке. Ну что ж, давайте приступим к распаковке. Коврик оказался очень большим, и мне даже пришлось отодвинуть камеру, чтобы он вместился в кадр. Коврик очень мягкий, очень гибкий, так как основная его часть сделана из пористой пенорезины. Нижняя часть коврика рифленая на ощупь, и он очень хорошо держится на столе и вообще не скользит. Сверху наклеен мягкий матовый черный материал из хлопка. Коврик уложен на свое постоянное место, и сейчас мы по нем покатаем мышку AFOTH Bloody T7. Ощущение действительно потрясающее. Мышка ездит очень легко и плавно, при этом она не скользит и не съезжает. Курсор чувствуется очень-очень хорошо, мы можем легко его направить. Управлять курсором теперь стало намного удобнее. В общем, это не сравнить с обычной, даже матовой поверхностью стола. Если вам хоть немного понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, делайте репосты, а также подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписались. С вами был Любомир, всем всего доброго, увидимся в следующих выпусках, всем пока!